Извините, но я сейчас на 18-й версии играю, а здесь просто либо я такой тупой, а либо я не знаю кто, но, блин, но здесь я просто не мог скачать себе скин пафнов. Иди отсюда, тупой крипел. Шкин-макрышкин надоел уже. Так вот, я не могу скачать себе скины. Нет, скачал я их, скачал, а в Майнкрафт установить не удалось. Вот серьезно, вам говорю. Так что придется насчет со Стивом играть. Вот, нашел под зону Тубуча, подождите. Во, красиво. Знаете, я не знаю, что с ней, в принципе, делать. Ёшкин, ну, конечно, а какой фига здесь лисы гуляют? Здесь вообще по полю должны лисы гулять? Алло, лиса! Кстати, а почему ты меня не бьёшь? Ладно. Овечка, это твоё? Ну ладно. Нет, но я ничего. А что с медведем? А какого фига здесь панда? Что за биом такой странный? Я только что заспавнился. Две уже лисы. А, стойте, а это блоки шерсти? Вроде это... Понятно. Вроде это блоки шерсти должны быть, да? Белая шерсть. Ну да, это белая шерсть. Никогда такого, если честно. Сколько уже Майнкрафт играю? Да ладно, я не очень много в Майнкрафт играю. Короче, блин, мне кажется, такого не должно было быть. Ё-моё. Мне кажется, я не видел вообще ни у каких, там, не знаю, блогеров или в плавиях Майнкрафта, что, блин, просто посередине это обычного поля, я сейчас даже без читов играю. Вот, как я вам и сказал, блин, у меня даже читы не получается это установить. Здесь вон панды. Откуда, простите меня, это поле? Может, здесь джунгли неподалёку? Хотя, вот я даже, знаете, что я сделаю? Мне, кстати, немного лагает что-то Майнкрафт. Не знаю, может, мне кажется, но, блин, мне кажется, у меня лагает чуть Майнкрафт. Ну да ладно. Так, блок земли. Да чего я землю добываю? Ну, я не нубик, чтобы, блин, из земли что-то крафтить или вообще есть ее. Короче, я хочу... Сейчас, одну секунду. Так... Я хочу, короче, посмотреть, нету ли рядом джунглей или там севера. Если что, у меня белые медведи. А где белые? А, вот. А, вот. Стоп, это панда. Ну, а, вот, только... Вот, сейчас, смотрите. Вот, это белый медведь. Вот, мода точно белого медведя. Вот, смотрите. Джунгли или севера здесь нету. И какого фига? Здесь панды. Кстати, здесь не очень их мало. И лисы, и добавок еще и белый медведь. Ну, серьезно. Ладно, здесь овцы с коровами. Но это поле. Здесь они могут быть, в отличие от медведей и лис. Ну, лисы, я не знаю. Стендап. А можно не спросить, а ты откуда здесь взялся? Нет, ну серьезно. Либо мне везет, либо не сильно. Знаете, торговец. Может, от тебя что-то там выпадет. Главное, лам не ударить. А тебя, может, что-то полезно выпустил. Ё-мо, да я не случайно. Ой, я случайно. Да ё-мо, отвали от меня, тупая лама. Сдолбала, блин. Хочу мне насрать на тебя. Я вот это вот, селянина тупого. Ёшкин, макрёшкин, ну не лезь ты. На тебе, тупой селянин. Или как там тебе? Житель. Как его вообще зовут, блин? Я хочу его убить. Он здесь, по-моему, согласно моей книге по Майнкрафт, он здесь не очень много должен находиться. На тебе, по лысине, на. На, и тебе, лама тупая. Вообще, я не хотел ламы бежать, я честно вам говорю. Но, блин, но сами, как говорится, суются. Не туда, куда надо.
Вот это вот поганцы, как его, сколько у него жизней-то, блин? Давай ты, блин, давай убивай, у меня жестко лагает Майнкрафт. Как? Да слава богу. Вы издеваетесь? Чисто то, что я ожидал. Просто, по-моему, с него там зельки должны какие-то выпадать, если я не ошибаюсь. Ну, чисто... чисто... Ну, хотя, знаете что, не так уж он и бесполезен. А ну-ка, лиса, иди-ка сюда-ка. Иди-ка сюда-ка. Стой, да... Ёшкин-макрёшкин, какая она пугливая. Учитывая, что то, что еще у меня Майнкрафт лагает. Это просто трэш. А еще, учитывая, что ночь, все, короче. Всем спасибо, до свидания. Нет, ну серьезно, ну как так можно? Ну ок, поскольку я даже еды себе толком не добыл. Да, кстати, я есть хочу. Я вообще ничего не сделал, вообще ничего. Вот, только сейчас корову. А хотя, стойте, подождите, а я не покупал, случайно креатив? Сейчас, подождите. Сейчас похаваю, а то жатильно хочу, не могу даже говорить. Вот, чувствую себя прекрасно. А не покупал креатив? Сейчас. Да, я покупал креатив. Так вот. Все, значит... Значит... Вот, я включил креатив, и значит, я сейчас им всем отомщу. Во-первых, бьем, ну, броня нам нафиг, мы же в креативе. Бьем меч получше. Что еще? О, кстати, подзорная труба здесь есть. А это что? Это якое возрождение, понятно. Ага. Ну, что у нас еще есть интересным? А, я, кажется, знаю, что у нас интересненького. Интересненького у нас есть. Так, ну поводки мне нафиг не нужно. Динамит у нас есть. И зажигалка скоро будет. Так, значит, заходим сюда и берем самую лучшую штуку на свете. Это зажигалка. Ага. Потом, что еще? Да, в принципе... А это что? Мишень, понятно. Вилка. Так. Тарский станок. Цель. Короче, нет, пока ничего. А хотя моб здесь вождён, так что давайте вот это вот все. Я хочу, короче, сегодня. Это. Нет, наверное, не сегодня. Короче, продолжение выпущу в следующий раз. А то у меня опять, блин, видео не загрузится на YouTube. Продолжение вышлю. Ну, вот теперь я просто показал, какие бывают в 18-й версии баги. Так что, всем до свидания. Я сказал, до свидания.